Ты чего? У нас под палаткой скорпион! Снять с меня, Кобяков! Вот, смотрите! Толкай, толкай! Аккуратно! Нет, не бери, положи на место! Помогите! Мумия ожила! Помогите! Пожалуйста! Блин! Бог Анубис, покровитель загробного мира. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Мы с пацанами в Египте! Крутой видос! Мы очень запарились! Лайк! Уже отстает, пацанов! Давай, давай! Мы решили отдохнуть в Египте! Отбились от группы! Благо, у нас есть карта! Алло! Вот, по-моему, вот так вот! Пацаны, связь не ловит! Ну, в общем, в целом, тут вообще прикольно! Песочек! Парни, зацените! Пирамида! Повезло, мы бесплатно на пирамиду посмотрим! Ребят, посмотрите, я и пирамида. Так, давай селфи. Селфи без меня, вы чё? Не такая уж и огромная. Давайте её обойдём вокруг. О, иди сюда. Нифига себе. Мы сейчас, там есть мумии. Мумии? Мумии? Да. Не. Подождите, а помните мультик Тутанхамон? Живые мумии. Толкай, толкай. Это что за кирпичи такие? Вхожу в гробницу. Давайте, пацаны. Это чё? Заходи. Ого. Аккуратно! Нет, не бери, положи на место! Не трогать! Ну блин, так интересно, что там внутри! Откроем! А там... Дверь! Дверь, дверь, дверь! Дверь закрылась! Смотрели! Простите! Бог Анубис, покровитель загробного мира! Экскурсия была! Вот это сервис! Посмотрите, такой же! Один в один! Извините, что мы расхитили. Какого фараона? На вас наложено проклятие. Делать, чтобы проклятие снять. Да, это какой-то квест. Понятно, не покинем пустыню. У нас еще путевки 7 дней. 3 дня. Я буду давать вам испытание. О, пацаны, развлечения подъехали. А то мы все ходим. Вам необходимо сложить пазл. Вот это спецэффект. Развлекуха. Давайте, ребята, пазлик собираем. Смотрите. 4, 5, 6. Давайте сюда. Да нет, здесь неудобно. Пойдемте в другом месте. Давно я мозаику, конечно, не собирал. Сюда. Оп. Смотри, оп. Нужно. А может, внутри гробницы? Есть один. Вот же. На самом видном месте. О! Мы команда. Yeah. Отсюда никогда не выберемся. Не, ну экскурсия, если честно, была класс. Что это? Так это я знаю. На концертах делают такие печати. Правдоподобно. Да не, ща пригоним в отель и все смоем. И найдем нашего гида. Отличная идея. Погнали туда. Просто кругами ходим. Блин, смотри, там на карту повнимайся. Блин, прямо. Прямо, и мы около... Давайте за мной теперь. А может быть, это были не аниматоры? Может, это реально был бог? Надо искать какое-то место для привала. Погнали за пирамиду. По-прежнему не ловит. Какая связь, Кобяков? Это ж пустыня. Артефакт. Это часы. Так, подожди, где моя камера? Можно открыть, узнать время и закрыть. 6. Пацаны, у меня 6.30. 1927 год. Стоп. Я тут еще кое-что нашел. Доставай, доставай полностью. Год 1927. В 1927 году. Да не, быть такого не может. Пацаны, получается, мы не можем найти выход отсюда. Анубис никакой не аниматор, а реальный бог. Давай. Так, ну для начала нужно развести огонь. Лучки солнца, линзы на очках Кобякова. И сделаем костер. Перекати поле. Откуда он здесь? Ладно. Так, рви карту, все равно она бесполезная. Получается. Пошел огонь. Давай. Какая? На вершине пирамиды кто-то же должен быть. Маша и медведи. Реально? Да. Чтобы вот этот кубик поднялся на первое место. Чтобы подписчики нажали на кнопочку подписаться. И спать. Ну мы прошли за сегодня 30 километров. Тоже спать. Вы чего? На кого мне лечь? На Глента или на Кобякова? Кобякова. Блин, это был не сон. Встаем. Мы опять в пустыне. Здесь тепло. Такс. Кобяков. Конечно, утром надо зубы почистить, умыться. Следи за ним. Чуть, hello. Я знаю, перед богами надо вот так вот кланяться. Кто вы ни были, но нас держать здесь долго не вариант. Пацаны, вы чё? Это же настоящий египетский бог. Это вас превратится в мумию за минуту. Начну с лица. Я ничего не вижу, я ничего не вижу. Так, надо торопиться. Самое главное, мумия. На тебе были все бинты, а не половина. Слабовато, неаккуратно. Глент, молодец, ты получаешь подарок. С этой наградой вам будет легче.
Это палатка. Слушай, палатка одна. Нас трое. Так, это походу прикольная палатка, которая сама разбирается. Как тут прохладненько. Палатка моя. За нами следит Анубис. Палатка для двоих, а нас трое. Нужно решить. Нет, нет, нет. Короче, надо что-нибудь. Чей таракан победил, тот и зайдет ко мне в палатку. Я все придумал. Я возьму ветку. Надо устроить трассу. Таракан, трасса. А вот это финиш. Один. Ага, очень смешно. А, вон, за палаткой. Пустыня. Так а в пустыне еще бывают скорпионы. Я не трогай. Стой, давай, братишка. Ну, он чуть ползет в стенку. Таканчик. Давай, братан. Воу. А, прикопал его. Победил. Кобяков, добро пожаловать ко мне в палатку. Да-да, вот расскажешь это палящему солнцу и загорай. А у нас здесь тенек. Модный. Хочешь твикс? О, растаявший твикс. Дай, у тебя в портфеле еще бутылка холодненькой водички. Да, ребят, представьте, какая ситуация. Мы здесь, в семиместной палатке, вдвоем сидят и меня не пускают. Что-то мы реально, может, переборщили. Может, пустим его? Подарок. Буду. Не за что, друг. Посмотрите, сколько мне воды оставили. Ну, реально жарко же там. Ну, давай. Владос, о, просто заходи. Заходи, реально? Заходи. О, классные друзья. Ну, ты, конечно, клиент крыса. В смысле? Аккуратно, тут своими бидонами уже. Фу, воняет. Колбаса. Ну, немного было с собой. Раньше думать, кого в палатку пускаешь? Я спать. С нами случилась какая-то чертовщина. Ураган! О, как он упал? Щипет. А я-то кремом намазался. Видели этот ураган? Да, это жесть какая-то была. Ой. Анубис, здравствуйте. Я являюсь. Ваше следующее испытание будет связано с весами, камнями, песком за одну минуту. Ага. Вода, это клево. Так что, мы готовы? Начали. Давай, помогай, Грэн. Давай, собирай. Песок сыпай. Давай, погнал. Кобяков, пакет еще дай. Держи. Так, дайте я их закину. 30 секунд. О-о-о-о-о-о-о-о. Все, по щепоточке. Все, хватит, добавляй. Мы добились идеального баланса. Хорошо. Самое ценное в пустыне. Берегите ее. Вы зацените звук от этой штучки. Пока пить не хочу, пойду припрячу бутылку за палаткой. Шторм будет. Восстанавливайте, я пока не попью ничего. Ты чего? У нас под палаткой скорпион. Так, во-первых, слезь с меня, Кобяков. Вот, смотрите. Боюсь, меня в прошлый раз змея укусила. Он угрожал нашим жизням. Согласен. Пацаны, это ты его так грамотно кокнул. Да не, он резиновый, посмотри. Ему можно как клубок кинуть эту штуку, и он за ним побежит. Ой, сутки. Вчера мы с Кобяковым доели последний твикс. В портфелях еще. Да не, у меня только фонарик. Я ничего не брал. Ко мне нужен самый умный из вас. Так, я пойду. 2 + 2. 4. 78 умножить на 13. Кстати. Ну, давай играть шоу такую. Тут нужно по очереди ходить. Тот, кому достанется последний шарик, тот и проиграл. 3 взял. 1. 1. 1. Один. Давай. Проиграл. Гони иду. Блин, а где мясо? Это финики. Мы кошечки можем посадить, из них дерево вырастить. Никто не поливал. Ну да. Только другой вопрос, где воду тогда брать? Так, нужно припрятать финики и уже потихонечку ложиться спать. Иду, иду, пацаны. Здесь на несколько дней можно взять что-нибудь себе в сувенир. Так, сейчас посмотрим, что здесь есть. О, господи. Мумия жила! Помогите! Да, я тоже слышу, Кобяков что-то орет. Погнали, посмотрим. Все, хватит, хватит, стой, стой! Нарушил покой, гробницу и пробудил мумию. Вам нужно пожертвовать водой. Водой? Найдите в песке плиткой с заклинанием. Сразу мысль такая в голову закрадывается. Может, по-любому за какими-нибудь монетами. Короче, не надо его спасать. Нам не простят, да и совесть замучает. Давай. Пожалуйста, блин! Вот есть чем копать. Пацаны! О, что-то нашел, смотри. Плитка? О, так прям под моей ногой. Есть. Фух, 3 плитки. Может, еще 4? 3. О, вот это логично. 3 месяца. Лето. 3 богатыря. А, про Серегу забыли. Твою воду для начала используем. Ну, конечно. Эй, пожалуйста, я больше никогда не буду уходить. Саби. Саби. Помнишь, что сказал Анубис? Избавиться от всей воды. О, виднеется. Ашар. Надо поувереннее. Это надо Кобякову произнести. Погнали, попробуем. Ты тут? Давай быстрей! Тебе нужно заклинание прочитать. Саби! Хамис! Хашар! Постоянно. Ну куда ты лазишь? Балбес. Все, пацаны, не ругайтесь. Я знаю лайфхак ткани. Кладете ее на кактус, и она за ночь набирает воду. Берем, к примеру, твою арафатку и на кактус. Свежий воздух. И момент истины. Сухой! Да и я его. Там нет ничего, Глент. Галюны. Нету никакой BMW, там i8. Сумасшедший. Да вот же.
50 миллионов подписчиков! Миллионов! 50 миллионов подписчиков! Выберите самый сынного. Глент! Это Глент. Это я. Тебе ждет бой с Богом. Понял, бревно, становимся, берем мешки. Правильно. Бой с Богом. Это как понимать? Если выиграешь, отправитесь домой. Звучит так, будто я проиграл. Бой! Один! Бой! Глент, давай! О. Вперед и назад! Победа! Пацаны, где моя еда? Где мой all-inclusive? 3 дня путевки прогорели, ну! Давайте, пацаны, лучше пойдем снимать ролики. Всем пока-пока!